Всем привет, и мы продолжаем проходить Atomic Heart. У нас найдите Клару на нижнем этаже. Ищем Клару. Так, что у меня по пистолету? Дробовик. Вроде бы и патроны даже есть. Автомат. Поехали. Ага. Вот это я понимаю, Харон. Да, с размахом сделано. За 5 минут все это не осмотришь. Внимание. Персонал. Вот это Харома. Через 15 минут начнем. Так, куда? А там, кстати, кровище. Отсюда враги выходят, по-моему, да? Где? Кто? Ого. Ничего себе, он ко мне бежит. Нормально такое. А чё, уже месиво? Чё так быстро? Подождите, я пока не готова. Лестница вниз. Угу. Круть. Так, а это эти просто, да? Так, отсюда никто не будет, да, появляться? О! Блин. Ой. Не успела на Y нажать. Ага. Нормально. Хочу игры поймать. Нажать. Давай. О. А правда, есть ли смысл того, что я этим занимаюсь? Ага, понятно. Мимо. Прикол. Так. А чё, какой смысл? Здесь нифига нет. Закрыто. Ой. Пошёл-ка ты вон. Со своим щитом. Ой, блин, Вовчик. На тебе, блин. Напугали. Со спины заходите, ребят. А зачем я его запустила-то? А все? Все. То есть чуть-чуть. Ух ты. Я хотела умереть сегодня. Внезапно. Все прошло по плану? Вчера мы расстались с Колей. Его родителей перевели на Сахалин. Настоящее, не то, что здесь на выставке. И он с ними. Сказал, что вместе мы не будем. И я хотела умереть. Ну да. Когда летишь с моста, кажется, исправить можно что угодно. Кроме того, что летишь с моста. Но пока я тут лежала, до меня вдруг дошло. Нет мысли глупее, чем уходить из жизни из-за мальчика. Это даже звучит глупо. Хм, соболезно. Я передам экскурсоводу, что нашел тебя. Она волновалась. Ага. Ага. Ой, а я у нее все спросила. Ой, я не могу больше с ней поговорить. 17 метров. Так, а там черный, белый. Блин, а черный это фиговенько. Черный это не слабенький. И что тут есть? Сундук.
Опять тут эти плющи всякие будут, цветочки, да? У нас уже такие были. Так, а это уже что-то новенькое. Что у нее с головой? Добро пожаловать! Приблизьтесь! Да не убоитесь вы моей силы! Чего? Чего? Крас, это что, еще один труп? Я всевидица! Всеведица! Некогда я была простым работником архива, но теперь мне подвластно все. Я могу все, вижу все, знаю все. Марсовая культура. Есть все. Ясно. Ну, повезло так повезло. Крас, вы ты вообще банку оторвала, походу. Что такое? Скепсис? Вы, Сергей Алексеевич, лучше бы Виктора Петрова ловили. Они сомневались в моем величии. Да у него кукушка поехала. Интересное отклонение от нормы. У женщины полимерная передозировка. Передозировка? Серьезно? Блин. Как-то так. Я скипнула разговор. О. А зачем мне это? Колба луны с кругом. И чего? А ну кое на мне. Ну, куда-то это явно вставить придется. Система питательного слоя. Цветочки. Что тоже есть? О! Блин! Напугал меня. Капец ты! Пугающий, ты меня напугал, серьезно. Ну, правда. Он так резко забежал просто. Так, тут закрыто. Чего вдруг он пришел-то ко мне? Это вот снизу ко мне приперся, да? Судя по всему. Вовчики-то эти. Так, это все закрыто. Понятно. Ага. Все, тупик. Я нашла одну колбу. Эту колбу куда-то надо будет ставить. Здесь все закрыто. Ну, пойдемте вниз. Нужно будет искать, небось, да? Закрыто. Большая локация-то. Ну, тут один кой. Давайте его завалим. Прокачанные пушечки. О, это она, да? А может и нет? Нет? Не она, да? А, блин, понеслась. Вот мне надо было самой вниз спуститься, чтобы сказать, не-не-не, дружок, это не она. Давай гуляй по всей территории. А как попасть? Смотрите, 20 метров. О, открывается. Новый цикл сканирования. Модуль, конечность, нога, левая. Не обнаружен. Просто отлично. И где теперь искать? Ох, клянусь охлаждением. Эти усатые извращенцы утащили ее куда-нибудь. Усатые извращенцы. Уже спешу. Так смешно. Ой, это что такое? Это что такое? Это что тут закрыли? Как в ужастиках смотрится. Закрыто. Реально, как в фильме ужасов. Усатые извращенцы. Блин, я это запомню. Надо ролик назвать. Усатые извращенцы. Точно. Усатые. Главное не забыть, а то я ж забуду теперь.
Блин, меня вот всегда пугала вот эта тишина перед бурей, как говорится. Так, а здесь? Ага, схронг. Хорошо. А колба-то мне зачем? Колбу я нашла. А зачем мне эта колба? Вообще уперлась. Красиво здесь было. Было. Не убили. Крайне прискорбное зрелище. До свидули, не летай тут. Уничтожен. Это что такое? Ремонтный компол. Улей. Стандартная часть системы безопасности. Предприятие 3826. Улей обеспечивает оперативную отправку пчел для ремонтных и оборонительных работ, являясь одной из важнейших частей в связке. Короче, вот эти штуки, да? Поняла. Ух ты, красивенько. Чего мне красивенько? Ух ты. Шар. Это прям экспонаты, ребят, экспонаты. Вот еще одна. Груша. Груша — гражданское ретранслирующее устройство. Автономное. Прикольно. Ну, это вот эта штука. Важные дети. Жалоба по играм будущее. Сотрудники. Ладно. Блин, Вовчик. Усатый извращенец. Медицинская капсула. Шмель. Чё-то какой-то он здоровый. А мы таких встречали? Что-то я не помню. ГПД. Беляш. Беляш. Такая большая фигня. А, он на нас, кстати, нападал. Это вот, когда баба Зина прилетела-то на своем домике-то. Ой, эти. Камера наблюдения, ромашка. Там что-то есть, подожди. А, мне туда. Давайте сюда сходим. Что за фигня? Что за хрень? А чё вы вылезли-то? Это на меня реакция такая? Опять вы! Вы мне не нравитесь. Пошёл вон отсюда. О! А вы так и будете появляться? Слушайте, они так и будут появляться, походу. А тут и есть лут вообще? Ой. Рука зачесалась. Уклоняется. О! Ты чё такой шустрый-то? Нормально. Это что такое было? Это что было-то? Подождите, дайте я быстренько. Все-таки я сбегаю. Они так и будут агриться. Я хочу посмотреть, есть ли тут лут. А здесь ни хрена нет, да? Вас тут много, а по сути комната пустая. Ладно. А можно вас закрыть? Вот. Все. Сидите там, короче, ребятки. Они ж ко мне не выберутся. Ой. Опять эта хрень. А я уж забыла.
О. Кто тут есть? Опасность. Это что-то новенькое. Здесь потребуется проявить пространственное мышление. Не короче, загадка. Придется. Поражают меня эти ваши замки. Загадочки. Милый, ты так сосредоточен. О, Элеонора. Ты думаешь обо мне? Отвали, я занят своим снаряжением. Поболтать решила. Ее давно не было, кстати. Шок. Энергия персонажа. Повышение уровня автовосстановления энергии. Короче, вот эта фигня мне нужна. Щита, вот это еще. Дальность действия разряда. Давайте возьмем. Если будет много, то это... Надеюсь, ты не думаешь об этой противной докторше по тоскушке. Ты это вообще о ком? Чё? О лишённой вкуса и грации хабалке... Подонка Петрова, милый. Это доктор Филатова, что ли? Мне безразлично, как ее зовут. Пусть держится от тебя подальше. Филатова? Ревнивая. Предстанет перед судом и понесет наказание за пособничество предателям Родины. Я так и знала, что она преступница, милый. Давай ее подвесим. Обещаю, будет весело. Заткнись, овца металлическая. Нормально. Что ты сказал, милый? Повтори еще. Отвали нахрен, говорю, все ты слышала. Обожаю, когда ты в гневе. Накажи меня. Это какой-то пиздец. Согласна. Ну ладно, мы же должны были ее дослушать. Так, это что? Ой, ё-моё. Вы серьёзно? Усатые извращенцы. Блин, я запомню это. Усатые извращенцы. Блин, не могу все равно. А во, проход. Крас, скажи, а все? Почему нельзя было поставить везде замки попроще и понадежнее? Например, кодовый. Подозреваю, потому что в таком случае через них смог бы пройти тот, кто взломал код. Угу. А так через них может пройти тот, кто осилил головоломку. То есть вообще любой. То есть вообще любой. Ага. Конечно. О, большая капсула. Отличненько. Можем большие аптечки делать. Тут все достаточно простенько. Кстати, так говоря. Ой. Ой. Ты еще и ходишь. Что-то музыка как-то... По-моему, музычка расстроилась. Резко такая бим-бам. Ты встанешь? А нет, это мужик лежащий. У кого моя Клара? Вернись мне Клару. Вас тут двое. Вас же всего два? Что?
Ай, блин. Ай. Ты чё вышел-то? Нормальный вообще-то человек. Усатый извращенец-то. Честное слово. Как туда попасть? Раз. А как выглядят особые нейроконнекторы, которые получили ученые из когорта академика Сеченова? Нейроконнектор особого типа обозначается литерой гамма и выполнены в виде браслетов на правую руку. Литера гамма? А где тогда бета? Или это и есть пустышки? Пустышки действительно маркируются литерой бета. Но там не могу пройти. Чего-то я не понял. Можно поподробнее? Самые первые экспериментальные прототипы нейроконнекторов с особыми полномочиями именовались бета-коннекторами. Их было всего два. Академик Сеченов выполнил их в виде колец. И что с ними стало? После необходимых экспериментов Сеченов вывел данные кольца из списка особых нейроконнекторов. Для ученых были изготовлены доработанные гамма-модели в виде браслетов, согласно численности научной кабинета. Что-то не так, подождите. То есть браслетов гамма-коннекторов всего семь? Вавилов, Королёв, Курчатов, Лебедев, Павлов... Филимоненко и Челомей? Совершенно верно. Подождите, мне туда, а это что еще такое? А это снизу. Вся эта конструкция. Здесь сундук. Прикольно сделали. Мне очень нравятся локации в этой игре. Очень нравятся. А вот эта фигня никак не крутится. О! О, вот оно что. А что, всего два? Так, поняла. Оставляем вот это. И возвращаемся, крутим то. Все достаточно простенько. Что-то упустила. Ой, нет. Ой, нет. Ой, май гад. Нет, не простенько-то, нифига не простенько. Мне туда не пройти. Так, подождите, я что-то докрутила. Что это еще такое? А, ну, вот тут, по идее... Вот, все. Ну, по идее, все. Так. Блин, лут, вот. Я думала, лута нет. Так, но наверх. То есть, блин. Мне нужно туда, здесь что? Здесь тупик, наверное, да? Да, тупик. Все. О! Балик! Блин! Вы чё? Я же нажала, да в смысле? А! Чё-то я немножечко... Подождите. Подожди. Да пошёл ты вон. О, вот шандарахнуло. Это то, что я на трое. Нормально так. Ну-ка. Да как?
А, патроны? Патроны! Патроны! Патроны. Да как вот? Пошел ты отсюда? Дохнешь, блин, или нет? Кошмар. А, они меня еще сзади здесь дожали. А, погодите. Я, наверное, уперлась во что-то здесь. И я подумала, что мне сзади такую решеточку поставили. Я не могу выбраться, блин. Ладно, справимся. Немножко я затормозила. Что надо? Что хотите? Здесь крутить надо. Опять загадочка. О. Так, а вы же не сагритесь? Нет? Они выключены. Но это пока. Ну, это пока. Ну, это пока. Ой. Какие комнаты такие забавные. Так, и что мне тут сделать нужно? Там закрыто. Еще раз покрутить. Давайте еще раз. Так, это школа, ля, да? Хотя рабочее место больше. Туда наверх не забраться. Ух ты. Ты мне вон туда вниз? Как мне теперь подняться? Я спустился вниз, но не знаю, как мне теперь подняться. Головоломки жуть у вас, ребят, конечно. Так, может быть, я тут? Где-то должна быть дырка, по которой я бы, по идее, наверное, вот тут. Это я так и перекрутила. Не очень поняла. Подождите-ка. А нет, смотрите. Еще что-то. Это я вообще как? Я ж помру. Вот. Я все правильно сделала, получается. Фу. Чуть не померла. Мы попали в технические помещения. А там что? О, ты что такое, блин, вообще? Это я только начал. Кто такое вообще? Ты у меня еще ни разу не попадался. Ох ты охренеть! Мне еще не попадался. Охренеть. А ты не один, да? Прикольно. Понятно? Охренеть. Он быстрый. Он начинает крутиться и тебя сразу затрагивает. Детали для металла, блин, всего три. Зато ресурсы, типа, больше. Вон еще какая-то штука. А, это вот эта фигня, она запустится. Стоп. Что такое? Это был глюк игры? Или что это было?
Так, лестница наверх. Здесь закрыто. О, нога. Мы нашли ногу Клары. Ура! Найдите, принесите часть Клары. Одну. А нам надо целую Клару же найти. Нет? Крас! Я у Дмитрия Сергеевича не видел на руках никаких браслетов. То есть его альфа-коннектор выглядит как-то иначе? Совершенно верно. Альфа-коннектор уникален. Его форма и местонахождение являются самой важной тайной Академика Сеченова. То есть альфа-коннектор должен хорошо охраняться? Этим занимается отряд Аргентум? Нет. Да ё-моё. Просить живым людям было бы слишком рискованно. Охраной коннектора занимаются личные телохранительницы Сеченова. Близняшки балерины? Люблю смотреть, как они двигаются. Такая элегантная походка у них. Мы вернулись назад. Смотрите-ка. Мы назад вернулись. Это она, это Клара. И нога. Ну и технологии, конечно. Так, надо будет найти еще две руки, получается. Да? Нам надо сохраниться, ребят, ходить. Так, а где было сохранение? Я не помню. А это что? А я отсюда пришла. Господи. Я отсюда пришла. Мне теперь нужно наверх. Ага. Понятно, мышка. Ты не собираешься падать? Рычу, блин, патроны трачу. О, дверь открыли. Значит, пойдемте сюда, раз нам открыли дверь. Нет, подождите. Да, мы здесь были. Мы сюда пошли. За этой как раз ногой. Значит, пошли наверх. Они опять зарез пойдут. Что ж такое-то? Так, и нам нужно 40 метров, 30 метров. Сюда. Вот, нам открыли теперь вот эту часть. Что такое? Не открывает. Модуль, конечность, рука, правая. Обнаружили. Местонахождение, этаж Вавилов. Правая рука. О! Что мешает локализации местоположения там... модуля на этот раз? К сожалению, здесь я не помогу. На этаже Вавилов сигнал заглушен. Там, по-моему, Боров или Бурав, как он. Зона, либо два замка. Большой длинный аппарат. Большой длинный аппарат настораживает. О. Но. Во. Во. Пошло. Ну, ура! Да уж. Тут действительно есть очень большой объект. Тут Бурав. Сука, маленький. Это вот эта хрень, которая... Кто такой? Кто-кто? Да что такое происходит? Да блин! А у меня отличек я не взяла, блин, я умная. Я хотела до сохранения дойти. Пошло ты вон, а? Нужно дойти до Леонорки.
понятно. Все, нет. Мне это не нравится. Я не сохранился, а побежал сюда, блин, умненькая. Так, минус враги. Это что тут у нас? Так, руководитель музейно-выставочного комплекса. Необходимо починить, что Бурав не поставляется за рубеж, в отличие от остальных продукции, от остальной продукции предприятия. Памятка сотрудника. А мне ж с ним не надо драться, слушайте. Как думаете? Пойдемте сгоняемся. А, я не могу выйти. Я не могу выйти. Ну ладно. Будь что будет. Ой, игра. Это что, детская игрушка? Это змейка. Ключ. Интересная забава. Для чего она? Судя что по делать-то? Всему, для запуска некоего процесса. Подождите, стоп. А. Да блин! В смысле? А, она внизу? Не дошла. Чё-то кнопочки срабатывают плохо. Чё так быстро? Ай. Блин, дурацкая змейка. Я помню эту хрень. Понятно. Почему-то кнопки мне не срабатывают. Как странно. Я змейка. Не могу отвлечься. А, что за фигня? Я же нажала вниз, ну в чем дело-то? Я нажала вниз, ну писец. Да. Здрасте. Бурра проснулся. И что мне с ним делать? Что делаешь, твою душу? О. Он мне отдал руку. Спасибо. Сучонок железный напугал до нервных коликов. Это было близко. Так, ладно. Интересно, у меня с ним не будет бой. Пошли искать остальных. Да блин, да вы чё? И эти своими гранатами несчастными. Я поняла. Что-то он какой-то медленный перс стал, блин. Был то быстрый, то медленный стал. Да. Да ты чё? Да что ты? Да нет, так это ты чё? Да где я застряла? Я застряла. Да нет. Я застряла.
Ну, в смысле помер? Я надеюсь, после Бурава мне не надо решать заново эту змейку. Чё у нас железный напугал нервных коликов? Слава богу. Так, ладно, рука у меня. Правая есть. Пошли искать остальных. Я могу выйти отсюда? Нету. Кто бы сомневался? Так, откуда еще черный возьмет-то? Отстань. Нормально. А вот ты где, блин. Минус один. Капец. Дробаш хорошо. Я дробаш качала, вообще красота. Ах. Красота. Угу. Уклонился. Да в смысле? А у меня не работает эта хрень. О, о. Так, нужно щит потом прокачивать. Ага. Надо лут пособирать. Надо пособирать лут. Ага. А кого тут собирать-то? О, меня открыли. Меня открыли здесь. О, РБ. РБ. А это я смотрела? Да. Вроде бы я всех, да, залутала? Ну, вроде бы. У кого могла, того залутала. Я думала, найду комнату сохранения. Почему шеф изъял из употребления настоящий бета-коннектор? Их изготовили с ошибкой? Не совсем. Дело в том, что изначально мы, то есть академик Сеченов, не был уверен в том, что особое собаки полномочие внутри коллектива вообще нужно. Шеф хотел всеобщего равенства, но его разочаровали козни молота. Возможно, вы правы, товарищ майор. В смысле? Академик Сеченов хотел равенства для всех. Это не смог. Но необходимо учитывать. Куда? Я так и хожу, блин, с одним этим. О, блин, нет, нет, нет. Завалили, падлы. Опять оттуда. А у меня рывок к ним почему-то был, кстати, не от них, а я прям на них полетела. Чё нас железный напугал? Твои налево опять. Это было близко. Так, ладно, рука у меня. Правая есть. Пошли искать остальных. Да в чем дело-то? А у меня, случай, гущенки нету там? Интересно, ну-ка. О, у меня есть водка. Гущенки нет, но у меня есть водка. Использовать предмет. Ну-ка. Защиту улучшим. Немножечко хоть. Ай! Да как так-то? Получается. Да как так-то, блин? Да это вообще не серьезно. Алло. Алло. Как-то я сейчас не очень сделала. Ой.
пьянству бой. Прикольно, вы получили достижение, спасибо. Да, ты конишь что? Жесть вообще. Ну-ка. Я вообще необдуманно сделала сейчас. Я очень много получила урона и прям на них пёрлась. Ну да ладно. О, можно полечиться. Среднюю капсулу хоть получили. Ну, хотя бы так. Теперь у меня есть хоть какой-то шанс. Крас, а почему шеф изъял из употребления настоящий бета-коннектор? Их изготовили с ошибкой? Не совсем. Дело в том, что изначально мы, то есть Академик Сеченов, не был уверен в том, что особые полномочия внутри коллектива вообще нужны. Он хотел всеобщего равенства. Но его разочаровали козни му. В смысле? А. Академик Сеченов хотел равенство для всех. Да, как в смысле опять эта хрень тупорылая? Что альфа-коннектор существовал с самого начала. Да, ой, уйди. 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 А чё, ко мне не прилетят, что ли? Здрасте, блин. Четверо. Здрасте, блин. Да вы гоните. Да вы гоните, да вы гоните. Да вы гоните. Да, блин. О, попал, попал. Да. Бесите. Я застряла в углу и не могла уйти. О, блин. Чё нас железный напугал? Опять здесь. Это ну почему сохранение отсюда? Флаг. Рука у меня. Право и... Пошли искать остальных. Покажи, чему обучил. Капец, блин. А, патронов-то нет. Конечно, блин. Патронов-то нет. Ну как мимо, блин. Ага. Сейчас я тут пособираю. Ага. А дверь ты не открылся еще. Ой, куда я? Вот я дурёха. Где там? Кто остался? А. Попал бубка-паразит, а? Да ты не сдох, что ли? Кто еще остался?
Сдох. Фу. Так, а что, ничего, да? А, одну аптечку получили, собственно. Ну, давайте я сейчас водочки еще хлебну. А, и полечимся. И тогда я, наверное, все-таки отобьюсь. А где сохронка-то? Я, блин, не помню. Надо бежать к сохронке, чтобы мне сохраниться по-хорошему. Я уйти отсюда не могу. Ну-ка. О, у меня, кстати, две. Использовать предмет. В смысле? Использовать. Во. Что, прям так, кстати? Хорошо. Не обращала внимания. А почему шеф изъял из употребления настоящий бета-коннектор? Их изготовили с ошибкой? Не совсем. Дело где том, была она? Академик Сеченов не был уверен, может, том, наверху что была? Полномочия внутри коллектива вообще нужны? Шеф хотел всеобщего равенства. Мы его разочаровали по нему. Возможно, вы правы, товарищ майор. В смысле? Академик Сеченов хотел равенства для всех. Это было слабо. О, по-моему, меня глючит. Да что происходит, блин? А, оп. По-моему, меня штырит ту самой. Иди, иди сюда. Да что происходит? Да не того. Да блин! Цикл сканирования. Куда я пришла? Рука левая. Обнаружил. Местонахождение. Этаж Павлов. Давай точнее, а? Фу! Это ужасно! Она в чем-то липком, теплом. Выберите желаемое действие. Вообще-то я... Ну ладно, мы в итоге попали туда, куда нам надо. Ну и хорошо, собственно. Средняя капсула. Забираем патроны для калаша. Вон у меня их сколько много. У меня, кстати, две водочки еще с собой. Вот это можно убрать. Ракета для крепыша. У меня еще крепыша нету. Смотрите, сколько у меня их. Достаточно. Ледяная кассета. Огненная кассета. М-м-м. А есть у меня на... Можно сгущеночку еще прихватить. На всякий случай. Надо аптечку понаделать. Я так думаю. У меня еще три мелких. А что, не могу? А что, место все занято? А что ты не забираешь? Вот. Мелкие заберем. И надо наделать средних. Надо мелкие использовать. А средние понаделать. Ага. Ну, допустим. И 6 мелких у меня. Хорошо. Выберите желаемое действие. Создать. Это у меня вот до сих пор из-за водки такое, да? Какое-то все мутное, мне кажется. А, давайте мы здесь остановимся. В следующей серии продолжим. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте... Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нормальный чел. Ой, он меня попал. Конечно же, он попал. А он тут один? Возле меня сейчас стоит. Охренеть вообще. О! Что это было вообще? Вы видели? Ладно, безопасная зона. Все, ребят, встретимся в следующей серии. Всем пока-пока.